Всем привет! С вами канал ДТВ, и сегодня мы с вами посмотрим, что же входит в продуктовый набор для малышей детско-садовских. Данный набор мы получили сегодня, получается, ориентировочно за май, да, хотя сегодня у нас 5 июня. Ребенок входит в группу кратковременного пребывания. Поэтому, соответственно, пакет, конечно, будет небольшой, как у малышей, которые и завтракают, и обедают, и полдничают. Так что посмотрим. Изначально давалась коробка, никому не нужная, или в садике, я не знаю, или в принципе теперь дают вот такой двойном пакетике. Может быть, это садики. Большие молодцы, кстати. Посмотрим, что у нас входит. Опять-таки, кратковременного пребывания. Не все малыши так кушают, да, питание не у всех такое. Так, посмотрим. Вот здесь у нас перечень продуктов. Насколько я вижу, здесь у нас, видно, тут 13 позиций. Ну, как всегда, да. Первая позиция — крупа, рис или хлопья, овсяные. Далее, да, у нас вторая — макаронные изделия или мука. Третье, однозначное, это молоко питьевое 2,5%, 3,5% кондитерские изделия, шоколад, белый сахар. Упаковка у них — это номер 7, так уже тут 13. 7. Та-та-та. Ну, в общем, понятно. Получается 6 позиций, да. Седьмым идет никому не нужный пакет. Две штуки, да, значит, все-таки теперь вот так упаковывают. Так, посмотрим, что у нас есть. О, божечки ты мои! Посмотрите, какое прекрасное печенье. Какое-то... Посмотрим, по срокам сразу буду смотреть. Сроки. Сроки, сроки. И две сроки. Вот сейчас со мной вместе смотрите, да? Так, срок годности года 6 месяцев с даты изготовления. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Адрес Санкт-Петербург, изготовитель. Импортер Беларусь. Какая прелесть. Дай Бог здоровья. Так, то же самое, вторая упаковка. Так. А, здесь всего. А, ну как-то так, да. Две упаковки. Ну-ка посмотрим по нашим накладным. Кондитерские изделия. 100 грамм. Вот 1000. Так, то есть здесь. Ой, святой угодник. Так, содержимое 100 граммов. Так, все, во имя отца и сына отпускаем это печенье. Сахарный песок. Ой, шоколадка. Какая прекрасная. Усатики, хвостатики. ГОСТ. Обязательно. Мы, это же серьезное все. Чтобы никто ничего не подумал. Опять-таки, ну, шоколадка свежая, прям 29.05. Это, я надеюсь, не срок до какого шоколадка у нас. Так, молочко. Молочко, ну, конечно же, наверное, оно будет у нас долгоиграющее. Да, вот сроки видны, да, до 31.10. 2,5% жирности. Ну, и макарошки одни. Сейчас все посмотрим, которая пишет. Тут все по граммам дальше, да, у нас получается. Здесь 450 грамм макароны, да, макароны 450 грамм. Одна упаковка. И две упаковки, боженьки, ребята, посмотрите. Это же греча. Греча, греча, опять-таки, видите, крупа. То есть в первом самом наборе не было гречи, потому что это было слишком шикарно. Просто шикарно. Давали рис. Жуйте рис. Так, и молодцы. То есть здесь рассчитано на, что здесь две упаковки. То есть все у нас прям как по накладной. Все замечательно. Вот такой замечательный набор. Да. Помощь от государства. Из 6-7 позиций.
Вот шоколадку бы еще положили, и вот какую-нибудь Аленку вообще было бы приятно. То есть этот набор, опять-таки, еще раз повторюсь, рассчитан на малышей, да? Для дошкольных учреждений. Не школьники. Это детский сад и группа кратковременное пребывание. Малыши, которые не питаются. В данном случае мы не питаемся. Так что, ну и за это большое спасибо. Дай Бог здоровья. Все, любите своих близких, оберегайте их всех. Крепко целуем и обнимаем. Не болейте.